Привет всем! Сегодня было очередное видео ни о чем, но зато с запросом совета. Причем советы просила, ну, просто смех на палочке. Дырки остались на покрытии от сорняков после того, как, оказывается, гречневая каша посоветовала им, куда же, кому же обратиться, кого нанять. Так вот, этот молодой человек, которого нам, конечно, не показали, ну, а зачем? Показывают только магазины, а что-то такое интересное и важное? Нет, нет, нет. Так вот, этот молодой человек за несколько часов, как она сказала, да, все прочистил, убрал траву, которая, ну, чуть ли не деревья. И все теперь чистенько, но дырки-то надо закрыть. И вот для бабулек прям бальзам на душу. Шлюпка спрашивает, чем же закрыть эти дырочки. Рубероидам вредно. Представляете, она беспокоится о чистоте земли. Линолеумом дорого. Вот скотчем, может быть. Скажите, бабушки, красавицы, и как полился словесный понос из-под писоты шлюпки. Что они только не предлагают. Посмотрите, там комменты, ну просто ухохочешься. Ну, конечно, для шлюпки же очень важно, для того, чтобы ей насыпали кучу комментариев, чтобы продвигали видео и за счет этого заработать еще какие-то копейки. Конечно, очень сейчас мало зарабатывает шлюпка, денег мало, и она пустилась во все тяжкие. Решила, а чего экономить, жизнь одна, и на тебе, купила фильтр для бассейна, но какой-то там копеечный, и даже копеечный стоит 6 тысяч. Для нее это, конечно же, маленькие деньги, но в то же время могла бы менять, как и прежде, просто воду в бассейне. Это было бы практически бесплатно. А здесь решила 6 тысяч, ну, на ветер выкинуть, потому что ни к чему это. Если вода есть, почему бы ее не поменять? Зачем эта химия там? Это говорит о том, что лентяи даже ленятся сливать воду. Вот и весь ответ. Но за 26 там, тысяч, да, или за 20, это дорого, не-не-не. Вот этот вот какой-то там песочный, нет, лучше химии. Ну, в общем-то, им не привыкать, какая разница. Да, и напрашивается вывод, что дома она продавать все-таки не будет, потому что, видимо, в квартире очень-очень тяжко сидеть летом, ну и, в общем-то, надоедает сидеть 9 месяцев в году в квартире, в скворечнике, в человейнике, да еще и без лоджии, да, поэтому все-таки, я думаю, не продает она дом, потому что еще его и очень дешево можно продать, то есть овчинка выделки не стоит. И я как думаю, пока бабушка будет жива, дом не продадут. Ну и, в общем-то, это одно из лучших ее решений. Все остальное, конечно, ой, не решение, а черти что, и сбоку бантик. Новый бзик. Сначала была клубника, теперь голубика. Навыписывала растений. Ну, посмотрим, как она загубит их или не загубит. В общем-то, есть что реанимировать на участке, есть чем заняться, но нет. Шлюпка занимается контентом. Под навесом устраивает гонки на перегонки со своим ослом-посудомоем. Типа она там высадила всю траву, все растишки. Но да-да, мы верим. Чем же занимался тогда осел, если такой уставший и замученный? Так вот, девочки, он еще занимался тем, чтобы вымыл стиральную машину. Но, видимо, лоток, который был в плесени, у них не удалось отмыть. Вернее, им не удалось отмыть. Ну, потому что засирать не надо. Надо ухаживать за стиральной машиной каждый
день, и тогда она будет чистая и работать долго. В общем-то, им очень повезло, что она у них работает, с ее слов, с 2009 года. Супермашинка, которую ни разу не открывали, не снимали лоток, и вот она так пашет. Ну, просто повезло. Тунеядцам опять повезло с машинкой стиральной. Так вот, намыли они машинку для того, чтобы прорекламировать гель для стирки. И в прошлом видео под рекламой был просто шквал комментариев, что это плохое средство, что умно, умно, умно. То есть ее подписчики пишут ей о том, что средство плохое, и в то же время пишут о том, что мы тебя понимаем, тебе же надо деньги зарабатывать. Ну, раз нужна реклама, конечно, мы посмотрим, но оно плохое, это средство. То есть люди, которые уже наступили на грабли, потому что другие блогеры давным-давно это рекламируют, вот это Г. Дорогое, конечно, потому что просто так рекламодатели деньги не платят, только за продвижение какого-нибудь Г. Так вот, деньги не пахнут, подписчики в ведрах, в розовых очках верят тунеядцам. Кстати, она подчеркнула, что вот это покрытие на земле в ее теплицах с 2019 года, как раз с того момента, когда она начала зарабатывать деньги на YouTube. Так что, люди, откройте глаза, они клубникой занимались чуть-чуть, а потом, когда повалил золотой дождь с YouTube, они все это забросили и являются чистой воды тунеядцами и никем иначе. Так вот, эти тунеядцы, которых так любят зрители, старше 60 лет, любят как своих родных, пишут им такие дифирамбы, а на самом деле это совершенно не идеальная семья. Эти люди – клоуны, которые придуряются, которые используют YouTube в своих целях для того, чтобы только заработать. И она выбрала себе подписчиков по возрасту, она даже не утруждается, чтобы на нее подписывались более молодые люди, потому что ее устраивают те, кто ее сейчас смотрят, те, кто пишут ей дифирамбы и воспринимают ее вопросы за чистую монету, что реально им нужны советы от подписоты 65+. Я никого не хочу обидеть, я просто хочу сказать, что люди, видимо, все-таки неадекватные, которые им верят, поют дифирамбы и приходят к нам на канал говорить о том, что мы завидуем тунеядцам. Ну, смешно, просто смешно. И еще про скворечник. Все-таки она, скорее всего, прогнала эту птицу, так как она залезла в этот скворечник и показала нам, как птица организовывала себе гнездо и, видимо, хотела там нестись. Но для шлюпки, шмындры, это не гнездо, это мусор. Она сказала об этом своему ослу. Говорит, а что там, никого нет, там просто мусор. Представляете, насколько надо быть или тупой, или прикидываться, чтобы люди ей писали, да, тоже, что ну какой же это мусор. Ты вообще в своем уме, тебе 44 года, практически 45. Но человек уже должен приобрести просто жизненный опыт. Ну как можно, увидев гнездо, как же можно сказать такую глупость на гнездо? То есть птица вьет гнездо, а она называет это мусором. Ну как так? Ну как так? И бабушки-подписчицы ее возраст 65+, 75+, называют ее естественной, вот какая она есть. Ну это же просто, ну а почему? Ну а зачем? Я не знаю, у меня даже нет слов. Зачем тогда ходить в школу? Зачем тогда учиться? Зачем тогда работать, приносить пользу обществу, если можно ничего не делать, просто после школы уехать в Корею, раздвигать там ласты, потом вернуться, быть тунеядцем, дожить до 45 лет,
И быть такой естественной, показывать свою глупость, недоразвитость. Как такое возможно? У меня вот просто это в голове не укладывается. И момент обсудить надо, как бабулечка одуванчик сказала, что оказывается отец шлюпки, на которого похож пюрешечка, скромный, который двух слов не может произнести. И вот такой же был скромный и отец шлюпки. В кого тогда шлюпка, если и бабусечка-то тоже особо-то не разговаривает? И все-таки наше подозрение, что шлюпка не в мать, не в отца, а в заезжего молодца, это тоже очень даже подтверждает. И бабулечка сказала, что она-то и полюбила отца шлюпки за его молчаливость, за его скромность, что он не мог двух слов связать. Какая любовь! Вы скажите, как можно человека полюбить за то, что он молчун? Ну, за то, за что-то полюбить человека. Ведь любовь, она не за что-то. Любовь, она гормоны, еще что-то. Просто увидел человека и понял, что это твоя половинка. Какой бы он ни был, громкий, разговорчивый, болтун, кривой, косой, горбатый. Если это любовь, значит, она любовь будет в любом случае. Может быть, те, кто не испытывал любовь, могут сказать, что человека можно полюбить за какие-то его качества. Какая глупость! И это говорит человек, которому 70 с хвостом лет, ведь матери, по-моему, 75 лет, да? И это человек, который прожил жизнь, который хвалит своего внука, говорит: «Ой, как я тебя люблю, любимчик мой, за то, что ты молчун». Это вообще как? За то, что ты похож на дедушку, который тоже молчун. А откуда тогда взялась такая разговорчивая шандель-мандель-шлюпка? Откуда она взялась, которая рот не закрывает? Ну, правда, словарный запас там, конечно, ограничен. Поэтому ужас какой-то. Короче, бабушка, еще, кстати, не скромница. Хорошо, говорит, вы старались со слом, что сделали, ну, так сказать, состряпали внучка мне, да? Столько, говорит, у нас внучек, и вот один внучок. Какие молодцы! Шлюпка хорошая какая, молодец со слом, хорошо старались, что даже шлюпка говорит, ой... То есть застеснялась перед своей подписотой, да? Что бабушка, кажется, говорит о кексе, да? Оказывается, бабушке ничего не чуждо. И очень даже она, видимо, хорошо к этому относилась. И я-то вот подразумеваю, что отец-то шлюпки был маленький, плюгавенький, неразговорчивый, а бабуся-то была, ух, какая! И налево, видать, ходила. Оттуда и шлюпку принесла. Так вот, чтобы он ей бока-то не наколотил, чтобы он-то ее там не поколачивал, потому что в те времена это было как бы принято, да? Ну и вообще за похождение бабуси налево можно, конечно, ее и поколотить. Так вот, потому что дед-то был бессловесный, скромный, поколотить бабку не мог, в отличие от первого мужа, отца, двух первых детей, да, гармошки и второй дочери, который был казаком и, видать, так поколачивал свою жену, бабулечку, одуванчика, которая так хорошо знает все о кексе. Значит, хороша была Маша, хороша. Вот такое у меня мнение по поводу вот этого вот одуванчика, который ничему не возмущается, которого все устраивает, которой нравится, как ее кормят, не полезной для диабетика пищей, которая сидит и имеет сахар натощак 6,5 на метформине или каком-то другом лекарстве от сахара, то есть бабуся имеет проблемы с сердцем, ну, уже как бы заработала, потому что побочные явления от лекарств, которые снижают сахар, тоже велики, ну и вообще возраст, большой стаж диабета, некомпенсированный, как говорится, да, питанием, то есть в
Все вокруг дураки, кто придерживается питания для диабетиков, полезного питания, кто не ест кучей углеводы, кто не ест сахар, булки, да, все дураки. А вот шлюпка со своей бабусей, вот прям умные, вот прям молодцы. Сахар высокий, и для обычного человека 6,5 – это высокий сахар. У того, у кого еще нет сахарного диабета, это преддиабет или инсулинорезистентность. Так вот, 6,5 – это нехорошо. И если померить бабусе сахар после еды, мне кажется, он будет зашкаливать. И по этой причине, произошел и первый, и второй инсульт. То есть питание, которое способствует тому, чтобы сосуды страдали, чтобы они забивались бляшками, а потом происходит инсульт. Ну и еще проблемы с сердцем. А так как в Краснодаре такие процедуры очень дорогие, они приперли свою станицу и по полису, по прописке получили все эти процедуры бесплатно. Ну, а так как шлюпка экономит только на матери, так как она может выкинуть кучу бабла на ненужные растения, которые потом все равно сдохнут, а на матери она экономит. Так вот, лекарства, которые она накупила, для капельниц, ну, совершенно старые. То есть могла бы что-нибудь и поприличнее купить. Ну а зачем? Она же экономит на бабке. У нее и подушки нет, у нее и диван застелен наполовину, у нее и еда не особенная. А ешьте картошку жареную, ну так полезно для диабетика. Причем при том, что бабка жалуется на боли в кишечнике, что у нее живот болит. Ну а чего? Кто побеспокоится о лекарстве, да, от кишечника? Нет, нет, зачем? Они будут лечиться жареной картошкой, да, вот так вот. Ну и еще раз хочу сказать, что лекарства, которые накупила шлюпка для капельниц бабушки, ну, знаете, старого поколения, могла бы и подороже купить. Но зачем, зачем? Незачем. Бабка – списанный материал. Кстати, она очень-очень сдала по сравнению с видео год назад. Вы посмотрите. Короче говоря, окно возможностей упущено. И шлюпка решила, что достаточно. У нее теперь другие заботы. Она хочет жить для себя в Краснодаре. Зачем ей заботиться о старой матери, которая подписала ей дом, которая холила ее и лелеяла, и с детства выделяла из других детей, которая прятала в шифонере и вкусности для своей никчемной дочки, да, как рассказывала старшая сестра. Так что, девочки, вот так вот хорошо ухаживает, в кавычках, шлюпка за своей матерью. А еще обсуждала и осуждала, как ухаживает за своим отцом Олеся, да, с Натальей Лим, с Олесей, да, год назад был скандал, и было продолжение скандала. И да, вишенка на торт. Шлюпка сказала в видео, что она скандалы не любит, и что она не такая, она ждет трамвая, и что у нее все тихо, мирно, добро, и что все негативные комментарии она удаляет, и что у них все хорошо. И она такая белая, пушистая, ну просто святая. Да, и еще она в храм теперь будет ходить. И вроде бы какой-то шнурок у нее теперь висит на шее, и у осла тоже, видать, кресты повешали. Ну все, теперь она боговерующая. Ну, а те скандалы, которые там с 20-го года проходили, да, происходили на ее канале, скандалы с сестрой, с Натальей Лим, с Олесей, с Абдулой, это все так, ни о чем. Теперь она переобулась, перевернулась в воздухе, даже, по-моему, шкуру сменила. И теперь она белая и пушистая. И не потерпит никаких скандалов на своем канале. А то, что у нас в интернете с ее матами, с ее скандалами, как она унижала, оскорбляла своих
бывших подписчиков и модераторов. Какой скандал она устроила с Машей, обзорщицей, да, как она ее унижала, оскорбляла и добралась даже до ее мужа турецкого и закрыла канал. Это все ерунда, это все не про нее, это все сказки про белого бычка. Боже, какой же это страшный человек, шлюпка. Знаешь, тебя уже ничего не спасет, и очередной скандал будет, потому что ты без этого жить не можешь. И не ври, пожалуйста, своим подписчикам, своим старым бабушкам в розовых очках и ведрах на голове. Ну, в общем, все. На сегодня вот такой обзор. Длинный получился, ну вот как получился. Хочу вам напомнить, что видео мое развлекательное, все совпадения случайны, все персонажи вымышленные, и я выражаю свое личное субъективное мнение. А на этом пока-пока!